Всем привет! Сегодня у нас новогодний выпуск. Я немного украсил арену у огненных муравьев, создал им и нам новогоднее настроение. На вопрос жены, как ты будешь оттуда доставать все эти украшения, я и сам задумался, как я это сделаю. Этот год получился действительно плодотворный. Если мы посмотрим на цифры, то за 2017 год на канале был выпущен 71 видеоролик. Один выпуск был заблокирован Ютубом за нарушение авторских прав, но этот выпуск вы можете посмотреть в ВК. Заведено 10 новых колоний муравьев. Кроме этого, еще появился жгутиконогий паук, ну а также жуки, жуки-олени и жуки-носороги. Количество просмотров на канале за год достигло 1 миллиона 110 тысяч просмотров. В этот светлый праздник я поздравляю всех своих подписчиков. Спасибо, что вы поддерживали меня, ставили пальцы вверх и писали комментарии. Хочу поздравить коллег. Это каналы Paradise for Spiders, Жизнь в пробирке, Муравьиные хитрости, Муравьед, Ants Country и Моспарк. Пожелать ребятам творческих успехов, здоровья им и их питомцам. Увидимся уже в следующем году. Желаю всем отлично встретить Новый год, а также, чтобы в 2018 году осуществилось все задуманное и сбылись все ваши мечты.